оставь руки. Ну, подойди, мы же учимся. Нет, я не буду. Мы учимся, как ты не буду. Я говорю, навредить невозможно. Да, поворачиваем. 45. Да. 45, 45, 45 делаем. 45. Так, да. Да нет, он, еще. Он напряжен, смотри. Он должен хотя бы сесть, я не знаю. А, это же что у меня руки вот наверху? Так не проблема. Ну давай на стул садись, на стол. Ну, на стул. Да блин, нет, ну, я боюсь. Давай, давай твои руки ставим, ставим твои руки. Еще амплитуду. Вот, главное, чтобы он расслабился. Видишь, смотри, ушла голова немножко глубже вот сюда. Тихо-тихо, я просто покажу, чтобы глубже вот сюда голова, чтобы нос был. Только на оси, нос на оси. Вот эту руку расслабь, обе руки расслабь. Ты запястье свои расслабь. У тебя больше напряжены руки. Вот, все, ребеночка. Ой, не буду, да не буду крутить. Мы еще ничего не сделали даже. Нет. Давай, давай. А как там у нас 1000 упражнений, как ты его будешь делать? Смотри, руку не напрягай. Вот она, расслаблена. Вот так. Угу. Все мягенько делается. Вот мягкими руками вот взяла. Клади вот так мягенько. Нет. Это филигранная работа, как у парикмахера, когда боится там что-нибудь отрезать. Лишнее ухо. Нет. Ухо. Вы мне покажите просто. Ну что значит не буду? Вот, смотри, вот. Вот угол нашла. Все. Ну, видимо, туда уже не пойдет. Да. Ну, мне тоже под одну сторону. Мне надо применить силу. Ну, нет. Да. А он не обязательно должен две стороны. Если он стоял сюда, мы его обратно поставили, обратно он не пойдет. Да, да. Это же логично. Логично. Отработка диагональной скрутки на живой натуре друг на друге отрабатываем. Но одну ладонь, которая ближе к тебе, лучше развернуть на себя. Вот так, нет, да? Нет, другую, другую. Вот так? Вот эту, да, на себя. Ага. И всем весом сверху. Ты не растягиваешь меня. Ты меня просто... Да, вот так, с упором в ребра. Вот сначала в лопатку, потом по ребрам пройдемся. Вот. А теперь вот так? Не этой рукой, другой, это в таз. Это в таз. Да, а это по ребрам идет. Да, ниже, 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 давай, Саяна, давай. Плавающие ребра пропускаем, не делаем на плавающих. Все, да, да. Теперь и теперь руки переворачиваем на другую сторону, да, вот так. Так, вот так. Yes. Так, сейчас. В сторону раскачала, назад не идем, руки назад не возвращай, а только дальше за предел. Давай еще раз, доходим до предела и толкаем за предел, давай. За предел. Опа. Получилось. Я должна вот так, да, жить? Вот офигенное, да? Чувство, да? Офигенное чувство. Нет, одной рукой, смотри, ты на локтем, на локоть вес вот на этот локоть. Потому что вот сюда локтем опираться костью об кость больно будет. Да, так больно, не, да? Я нахожу нормальное место. Думаешь, ну попробуй. Да. Да, теперь вот накрест делаем поясницу. Расшатала, до предела дошла. И потом толчок. Всем корпусом давай. Хопа! Нормально? Ну. Стараешься. Ну, чувствуется, да? Не хватает веса, да? И подвздошной кости стоит, да, и толкай. Теперь меняем руки, наоборот. Не так, накрест руки. Такой пол это пошел. Не хрустнуло, да? Что? Да. Не суетись, ты натяни до предела. До предела натяни, потом толкай. Давай, надо перейти через предел, да. Еще. Да куда я еще натяну? Теперь меняем руки по диагонали по другой. Так. Правильно я взяла? Да. Чувствуешь? Да. Угу. Так, сейчас. Вот так. Да. Ой. Раз. Толкай, толкай, жми, тяни, толкай. Все. Отлично. Ты не давай пять. Работать. Не всем ладони давишь, а вот просто кость. Вот эти второй, третий толчок, он вообще, в принципе, не нужен. Ты делай один большой, мощный толчок по
скручиваю по часовой стрелке. Разад. Отпускаешь, а потом толкаешь. Да, руки не отпускаем. И неприятно, да, так даже тебе? Ну, как бы ты вот так с разгоном получается. Еще раз говорю, дошла до преднапряжения, поперлась в кости. Налеглась, прям уперлась и фу! Вверху не надо подтягивать руки. Вот так, расти этого, дынс. Растянуло, да, и дынс-дынс. Растянуло. Дынс. Этими лучше. Ну давай, какими лучшими, да. Остальные. Видите, приемов много, 7 или 8 вариантов, да, но вы себя, для себя два выберите каких-нибудь. Это будет уже вниз. Нет, ты вниз, а тебе надо с декомпрессией делать. Вперед. Вперед дави, вот вперед. Раз, и толчок. Натягивай, и толкай. Да. Ага. Во, другое дело. Еще один. Толкай, вот отлично. И голову добавь теперь, голову. Кивок. Да, кивок головой. Давай. О! Голова это плюс 5 вот килограмм. Вот они кивок делают, да? Я на видео смотрю. Да? На смущенной голова 7-10. Да. Все? Наверное. Ту-ту-ду-ду. Ту-ту-ду. Can't touch me. Теперь... Да, это получается, давай трогай меня, да, за перевести. Так, теперь всем корпусом поднимай таз. На носочки вставай. Поднимай таз. Собаку мордой вниз. А руки? А руки, вот какой выбрала способ, тот и ставишь. Декомпрессия куда-то. Да, вот теперь вот так вот. Раз. Давай вперед. Всем корпусом. Вот так весело у нас происходит. Занятия, отработка приемов друг на друге в Академии телесно-ориентированных практик. Будьте с нами, дорогие друзья. Усиливают и с доворотом туда, и в другую сторону. Есть, знаешь, тенором и гипотенором. Есть, можно, знаешь, так делать не руками, а предплечьями этот прием. А, предплечьями. Вот так вот. И вот так. Кстати, да. Вот так. Для женщин используем предплечья. А как я предплечья? Давай. Вот так вот, да. Ну это, наверное, стоя легче будет делать. Ну. Да, ты особо не надавила. А в другую сторону? В другую, в эту? Да. Не локтями, а предплечьями. Да, помашите ручками.